Новая цена на газ в Казахстане будет приближена на 70% к экспортной. Об этом стало известно на первом форуме недропользователей в газовой отрасли, который прошел в Астане. Теперь, благодаря новой формуле, у недропользователей будет стимул добывать больше голубого топлива. Какие еще темы обсудили на форуме, расскажет Мурат Жакеев. Сегодня цена на природный газ в Казахстане одна из самых низких в мире. Причем по запасам газа наша страна занимает 22 место и третье среди стран СНГ после России и Туркменистана. С каждым годом потребление голубого топлива внутри страны растет. В Казахстане полным ходом идет газификация регионов. Многие промышленные объекты переходят на такой вид топлива. При том, что количество производимой продукции не претерпело существенных изменений больше 20 лет. А цены на природный газ в республике ниже рентабельные в несколько раз. Себестоимость газа примерно 24-25 тенге, мы продаем за 15. С каждого куба мы теряем 10 тенге. И за это накапливается 180 миллиардов тенге убытки каждый год. Новая формула закупа газа и мотивирует строить новые ГПЗ. Так что я считаю, что это будет большой импульс для строительства инфраструктурных таких проектов. Проблем с запасами сырого газа в Казахстане нет, отмечает нацкомпания «Казахгаз». Однако оптовая цена товарного газа на внутреннем рынке по-прежнему убыточна. Главным образом из-за высокой себестоимости добываемого топлива и низкими ценами для потребителей, которые сдерживаются государственными органами. Сегодня средняя цена, которая есть, да, вот на тех месторождениях, которые открыты, она сегодня составляет где-то порядка там, 40-50 долларов, да, оптовая цена. За кубометр? За 1000 кубов метрических, за 1000 метров кубических. Я в долларах, чтобы было легко считать. Теперь с новой формулы мы ожидаем минимум, что эта цена будет 110-120 долларов. Новая же формула позволяет продавать газ как минимум дороже два раза. И это привлечет инвестиции в геологоразведку и освоение залежей газа. Раньше это экономически делать было неэффективно. 3,8 триллиона кубометров извлекаемых запасов, 62 триллиона кубометров прогнозных ресурсов означает о том, что у нас непаханное поле по газовой отрасли. Газовая отрасль – это совсем другой, все-таки другая индустрия. И надо понимать, что для того, чтобы извлечь все это, что у нас находится, вот все эти богатства в недрах, нам нужно сделать эти реформы. Кроме того, «Казахгаз» на форуме инициировал подписание автоконтрактов на закупку дополнительных объемов газа с недропользователями. В рамках соглашения компании намерены увеличить добычу газа на разрабатываемых и эксплуатируемых месторождениях страны. В свою очередь, «Казахгаз» обязует выкупить это сырье по стимулирующей производство цене. Мурат Жакеев, Марат Бисов, Атамекен Бизнес.